В августе 2019 года у нас произошло радостное событие. Долгожданная свадьба, которую мы готовили целый год. И за этот год с ребятами из коллектива UCANON PRO мы успели снять Love Story. Очень интересное и очень масштабное, потому что оно захватывало целых 4 сезона нашей жизни. Работалось нам с ребятами очень легко, позитивно. Снимали, получается, да, 4 сезона, 4 раза, и все были незабываемы, так же, как и получился очень крутой фильм Love Story. О команде UCANON PRO мы узнали благодаря Лене Павловой из команды «Кружево». Она о них рассказала, и мы сразу же с ними встретились, и на первой встрече не было сомнений, что вот с ними мы будем работать. Как мы с ними поработали? Обсудили, поняли, что вот именно это та команда, с которой хочется нам снимать наш свадебный фильм, наша Love Story. Мы получили наш свадебный фильм, который нам очень понравился. Он оставил очень позитивные впечатления. Мы заново погрузились в это событие, в это очень радостное событие. Вот уже скоро близится как полгода. Будем пересматривать. Я думаю, мы и не раз пересмотрим, потому что фильм очень крутой. Вообще, ребята молодцы. Как и Love Story, как и свадебный фильм, мы пересмотрим еще много-много раз обязательно. Мы хотели бы передать очень большое спасибо коллективу UCANON PRO. И работайте в том же духе, ребята. Спасибо вам большое за вашу работу.